Толпы людей с красными носами, большими ботинками и разрисованными лицами заполонили улицы Мехико. Здесь начался один из крупнейших в мире съездов клоунов, который называется «Фестиваль смеха». Участники приехали из Перу, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Пуэрто-Рико, США и Мексики. Около 800 мастеров веселого жанра собрались вместе, чтобы поделиться достижениями и новыми идеями. Быть клоуном – это призвание, это профессия. Нам нужно быть сентиментальными и любить искусство. Это не только для детей, но и для всей семьи, для общества, которое сегодня страдает от отсутствия ценностей, от насилия, гендерного насилия, насилия в семье. Виоленция генеро, виоленция фамильяр. В рамках четырехдневного фестиваля проходят семинары и мастер-классы. На них артисты узнают о новых вариантах костюмов, обуви, макияжа, париков и даже фокусов, необходимых в их работе. Это очень интересно, особенно для меня, американца, увидеть все с точки зрения Латинской Америки. Здесь проходят конкурсы, много мастер-классов, но для меня важнее всего просто общение с другими клоунами. Для меня это самое лучшее. Согласно данным Латиноамериканской ассоциации клоунов, в Мехико насчитывается около 10 тысяч профессиональных клоунов, около 3 тысяч из них – женщины. Клоуны в Мехико – обычное явление. Их часто можно увидеть на загруженных перекрестках, где они выступают для автомобилистов, ожидающих возможности проехать.